арбузная Пушкина. Наступило утро, и городские ворота со скрипом распахнулись. Караваны, груженные драгоценными индийскими тканями, прекрасной медной и серебряной посудой, хорасанскими коврами и другими товарами двинулись в Бухару. Вслед за караваном богатого багдадского купца в ворота въехала и арба Тихканина Али. На арбе сидели двое – хозяин и хаджа Насреддин, недавно выручивший Али из неприятной истории с поливом посевов. В благодарность за помощь Али чуть не силой уговорил Насреддина принять от него часть урожая. И теперь они везли арбузы на базар. 104 арбуза вез Али и 17 Насреддин. 100! Закричал стражник, и арба остановилась. По какому делу едете в Бухару? Благородную Бухару. Чем торгуете? Почему не заплатили деловую пошлину? Вижу, у вас тут арбузы. Сейчас же платите арбузную пошлину. Арба скрипит, словно ее не смазывали целый год. Платите пошлину за скрип. Поворачивайте оглобли, просто так не пустим непонятно кого. Мы, начал один. Так уж и быть, не давая ответить, продолжал стражник. Вижу, деньги у вас вряд ли найдутся. Да чего уж по доброте не сделаешь, помогу вам. Платите пошлину арбузами. Чуть поторговавшись, стражник и Насреддин пришли к соглашению. Значит, я должен тебе 3 арбуза и таньга. 3 арбуза и 1 монета достоинством Наталья. Правда, у меня нет ни одной монеты. Но мой друг Али должен тебе 19 арбузов и без одной монеты. Без одной монеты. Значит, если мы дадим тебе 22 арбуза, то будем в расчете. По рукам? Эх, чего только по доброте не сделаешь. Ограничимся арбузной пошлиной. Все равно больше с вас ничего не возьмешь, проворчал стражник. Разгружайте арбузы. Так уж и быть. Вечером, распродав товар, хаджа и Али зашли в чайхану. Пузатый чайханщик принес каждому по чайнику и поставил на столик пиалу. Не успели они и 2 часа посидеть, как к ним подсел бородатый старик очень важного вида. Присмотревшись, Насреддин узнал его. Это был знаменитый звездочет и мудрец Гусейн Гуслия, главный математик эмира Бухарского. К старости он стал слаб глазами и не узнал Насреддина, доставившего ему в свое время немало хлопот. «Сейчас я поражу своей мудростью этих невежественных людей», — думал Гусейн. «Они расскажут другим, слух дойдет до эмира, и он станет ценить мою ученость еще больше». Я слышал ваш разговор со стражниками у Бухарских ворот. Начал он, поглаживая длинную бороду. Хотя и не расслышал, сколько стоят арбузы и какова пошлина за провоз арбуза в город. Но я великий ученый. Я знаю наизусть великую книгу Аль-Хорезми, Аль-Джебр, Аль-Мукабала, полную мудрости Аллаха, и недоступную невежественным умам. Я могу назвать цену арбуза, не ходя на базар и никого не спрашивая. Ну что ж, назови, сказал хаджа Насреддин. 11 таньга.
провозгласил звездочет. Я великий мудрец эмира. Гусейн Узлиян, вы должны признать мою несравненную учёность. Не угадал, о великий Гусейн Узлиян. Перебил его на среде. Как это не угадал? Возмутился старик. Ну ты, конечно, ничего не поймешь, но я все равно скажу. Слушай, если арбуз стоит икс танька, а за его провоз, ребят, вот это, пожалуйста, запишите. За провоз одного арбуза берут игрек танька, то цена 19 арбузов на одну танька больше, чем налог, который Алиу платил за свои 104 арбуза. Так, давайте я уже напишу это уравнение. 19х это 104y плюс 1. Давайте объясню почему. Потому что Али провозит 104 арбуза. Совершенно понятно, что он должен заплатить 104х. Вот 104y, потому что за провоз одного арбуза он платит y. Согласны? 104y. Так, отлично. Но 19х это стоимость 19 арбузов. Без одной тайга. Но по-другому можно вот так. 19х минус 1 равно 104y. В общем, в любом случае, первое уравнение действительно такое. А вот, а ты, Хаджана Средин, правда, он еще не знал, что ты Хаджана Средин, да? Просто ты. За свои 17 арбузов отдал стоимость 3 арбузов. Согласны? То есть 17 арбузов, чтобы провести, надо 3 арбуза и 1 тайга. Но если угодно, ребята, еще раз, можно было так написать так. Если вот я просто не знаю, как вам приятнее, 104y равняется 19x минус 1. И здесь то же самое, можно было написать 17. Может быть, так вам понятнее. Хотя уравнение, если честно, такое же. Ну, мне кажется, что так вот, так понятно. Почему Гусейн пишет так, я не знаю, но я написал уравнение. Так вот, смотрите. Теперь, пользуясь наукой несомненного Аль-Хорезми, углубляться в которую нет нужды, ибо ее могут понять только истинные мудрецы, я умножаю первое уравнение на 3. Давайте я не скажу. Значит, это надо умножить все на 3. А второе уравнение умножу все на 19. И получаю. Давайте посмотрим, что он получает. 57х это 312y плюс 3. А здесь он получает 57х это так, 17 на 19, ой, это я уже не знаю. Так, 17 на 20, 340, правильно? 340 минус 17, кто скажет? 323, молодцы. Значит, это 323y минус 19. Но здесь 57х это одно и то же, видите, да? Это просто одно и то же. Поэтому уравнение получается простое. Пожалуйста, спешите. 312y плюс 3 это 323y минус 19. Из обеих частей отнимаю 312y, получаю такую штуку. 323 минус 312 это, по-моему, 11. Так, 23 минус 12. Так, 11 или не 11? 11. Пишу. 11 минус 19. Очень хорошо. Значит, 22 это 11y. Y это двойка. Правда, нам интересно еще и x найти. А вот сюда надо подставить.
Смотрите, 3х это у нас 17 умножить на 2 минус 1. То есть 33, значит, х это 11. Х 11, y это 2. Интересно, так, Мишель, что я сказал? Он сказал, да, он сказал 11 оньга. Вот здесь вот у меня было написано, что он сказал 11 оньга, значит, мы посчитали в точности как он. Хорошо. Гусейн Гуслия размахивал пергаментом с расчетами, презрительно поглядывая на Насреддина. «Мудрость твоя велика», — ответил хаджа Насреддин. Но, как сказал один умный человек, математика — это мельница, которая перемалывает то, что кладут на ее жернова. А ты вместо доброго зерна бросил семена полыни, и муки у тебя не вышло. Как это? — возмутился звездочет. Как можешь ты судить о верности моего решения? Ты, не знающий наизусть стихи Корана. Ты же всего лишь дихканин, подобный невежеством своему ишаку. Скажи мне, о Гусейн Гуслия, ответил Насреддин, зачем Али платить пошлину за те 19 арбузов, которые он отдал стражникам? Ведь он их не провез на базар. Да и я не обязан был платить за 3 арбуза. Поэтому, смотрите, на самом деле, какая должна быть система. Значит, он 104 арбуза овез, но при этом 19 арбузов он не провез. Поэтому как надо писать? А? Как надо писать? Значит, заплатил 19 арбузов без одной коньяка. Значит, пишу. 19 арбузов без одной коньяка. Заплатил за что? За то, чтобы провести не 104, а 104 минус 19. То же самое. Здесь заплатил 3х плюс 1. За что? За то, чтобы провести не 17 арбузов, а 17 минус 3. Оказывается, система уравнений такая, по мнению хаджи Насреддина. Давайте-ка быстренько ее решим. Значит, смотрите, что у нас здесь будет. 19х минус 1. Кто умеет из 104 вычитать 19? Да? Будет 85. Будет 85, молодец. Будет 85х. Так, по-прежнему пишу 3х плюс 1. Так, из 17,3 это даже я умею. 14. Так, что мы теперь делаем? Мы опять умножаем. Вот это верхнее уравнение, обе части умножаем на 3, а нижнее уравнение, обе части умножаем на 19. Ребят, у меня сейчас все быстро получится, пожалуйста, все тоже перепишите. 19. Все сейчас очень даже мило и быстро получится. Значит, смотрите, 57х минус 3. Это 85 умножить на 3. 85 умножить на 3. 415. 200, это правильно. 255. Потому что 80 на 3 это 240, и 3 на 5 это 15. Хорошо, нижнее уравнение умножаем. Получается 57х плюс 19. Так, 14 на 19. Это так, только здесь юрики надо было написать, не забудьте. Очень хорошо. Так, что это реально означает? А очень просто. 57х это 3 плюс 255y. И с другой стороны, 57х
Это, ребята, 266 y минус 19. Вот система, сейчас мы ее решим. Значит, опять приравниваем. 57-57 же одно и то же. Ради этого, собственно, умножаем. 3 плюс 255 y это 266 y минус 19. Отлично. Из обеих частей убираю 255 y. Остается 11 y. То есть уравнение получается такое. 3 это 11 y минус 19. А, кстати, забавно. У нас ничего не изменилось на самом деле. 11 y это 22, y это 2. У меня так уже было. Y у меня уже там было равно 2. Теперь надо подставить, ну я думаю, самое простое вот в это нижнее уравнение. Смотрите, 3x плюс 1 это y равно 2, это значит 28. Значит, получается, что x это 27 разделить на 3, это 9. X это 9. Давайте дочитаю, что у нас здесь написано. Ну, в общем, тут все эти выходы в статье есть, да? Итак, зачем Али платить пошлину за те 19 арбузов, которые он отдал стражникам? Ведь он не повез на базар. И я не обязан платить за 3 арбуза. Так что получается такая система. Теперь ты можешь привлечь ту достойную восхищению науку, в которой, как ты думаешь, что тебе нет равных, и убедишься, что арбуз стоит 9 талеров. Гусейн Гуслия погрузился в размышления и обнаружил, что незнакомец прав. Возможно, я и погорячился, неохотно признал он. Должен сказать, что твои рассуждения достойны самого Хаджи Насреддина. И твое нахальство тоже. Это же надо заплатить налог не со всего товара, а только с того, что останется после того, как налог будет заплачен. Ну, конечно, ребята, настоящие налоговые инспекторы, конечно, так вы их не обманете, но, тем не менее, в сказке такое бывает. В сказке все бывает. Чихачик схватился за живот, тихо постановая. «Ой, умру!» Захохотал Али. Гусейн Гуслия некоторое время смотрел на них с недоумением, а потом запричитал. «Так это ты спять явился в Бухару, чтобы посмеяться над моими сединами? Чтоб тебя забрал шайтан, чтобы тебе не знать покоя на том этом свете, чтобы...» «Да нет же, почтенный!» — смиренно ответил Хаджа Насреддин. «Я всего лишь приехал продать арбуз».